Дорогие друзья, мы сегодня собрались в Государственной комиссии по делимитации, демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой для того, чтобы решать все возникающие проблемы, споры, которые остались для наших народов, для наших государств от истории. У нас сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должно повториться. Потому что на этом участке живут наши народы в долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской, таджикской земле. Я думаю, что я убежден, что мы это делать можем, что мы будем в скорейшем времени решать все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность. Спасибо. Уважаемые журналисты, сегодня мы уважаем Саним Сатаровичем в составе государственной делегации по делимитации и демаркации встретились в Баткене и приняли протокол, состоящий из 4 пунктов, которые как бы в интересах 2 стран. Да, сегодня наши народы, народ Кыргызстана и Таджикистана переживает очень трудные времена, кризисные времена. У нас произошла трагедия 2 стран. И нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу. Но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войска, находящиеся, все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, поставили места дислокации. Кроме того, с сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Это мы очень надеемся, что те принятые решения, которые нами были отмечены в этом протоколе, будут выполняться. Спасибо. 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 Спасибо.